Певица выложила честное фото. Уверенная в себе женщина не боится ни одиночества, ни отсутствия косметики. Чем больше негатива выражается в сторону Ольги Бузовой, тем сильнее она становится. Очевидно, тонны комментариев о том, что она похожа на трансвестита и что у нее совершенно нет груди, ее не останавливает. Именно это многие поклонницы находят в Бузовой привлекательным и достойным подражанием. На днях певица поделилась своим инстаграм-фото с хэштегом NoMakeUp. Обычно при создании образа девушка ярко выделяет глаза и брови темными оттенками. Так что ненакрашенная Бузова неподготовленным показалась не очень. «Без косметики страшила, не обижайся», – пишут пользователи в комментариях. Однако хвалебных отзывов натуральная Бузова собрала не меньше.